Сегодня на 94-м году жизни умер дважды герой Советского Союза, наш земляк, летчик-космонавт Владимир Шаталов. 14 января 1969 года он совершил свой первый полет на космическом корабле «Союз-4». Шаталов впервые осуществил ручное сближение и стыковку с «Союзом-5». Второй полет в космос Владимир Шаталов совершил с 13 по 18 октября 1969 года в качестве командира корабля «Союз-8». Совместно с Елисеевым. Это был групповой полет трех советских космических кораблей. Свой третий космический полет Шаталов совершил с 23 по 25 апреля 1971 года в качестве командира корабля «Союз-10». С 1987 года по 1991 он занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Выдающийся космонавт награжден тремя орденами Ленина и был старейшим из участников космических полетов. Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом за службу Родине в Вооруженных силах СССР 3-й степени, орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, орденом дружбы, медалями, а также иностранными орденами и медалями. В 1971 году Владимир Шаталов побывал на своей родине и встретился с коллективом Петропавловской студии телевидения. В областном центре у входа в парк культуры и отдыха установлен бюст космонавту.